Начало рабочей недели обещают порадовать нас солнечной погодой, но потепление раньше вторника ждать не стоит. 21 мая в Сарове облачно с прояснениями, утром плюс 14, днем воздух прогреется до 17 градусов тепла, ночью плюс 9, ветер северный 2-4 метра в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В Нижнем Новгороде ясно, утром плюс 9, днем столбики термометров поднимутся до плюс 17, ночью плюс 11, ветер северный до 5 метров в секунду, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. В столице солнечно, утром плюс 15, днем до 19 градусов тепла, ночью плюс 9, ветер северо-восточный 2,5 метров в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.